Я еще в твоем фан-клубе, так что если передумаешь. Квад. Один усик. Какая разница между юристом и богом? Второй. Срезаем. Он не считает себя юристом. Так, теперь пытаемся вставить это все туда. Вместо нашего стандартного втыкаем туда от Nokia 500. Извините, мне пора. Ты не попробовал частей. Простите, дома. В последнее время он крайне востребован на одну ночь. Это Аскон. Нет, это наше второе свидание. А как же остальные? Будут и вторые свидания. Да. Смотри. Нет, я составил график вторых свиданий. Все упадало. Ладно. Посмотрим. Как бы все. Но сейчас я опаздываю на второе свидание. Прижимаем и закручиваем болты. Дамы и господа. Пока. Вижу, что наш парень вернулся в форму. Буду поздно. Тебе не приходится жить с ним. Квартира его. Я знаю, я просто сказала. Вместе жить сложно. Один болт. Не думаю, что мы можем осуждать Тома. Его дела нас не касаются. Второй. Я подшучивала. Нет, скорее осуждала. С каких пор нам запрещено подшучивать на Тома? Да, ты прав. Все по делу. Зажали, теперь вставляем все шлифа на место. Аккуратно. Отлично. Вот этот обратно всовываем аккуратно. Он это заслужил. Получается сбоку. Может, у нее ОБС. Раз засунул. И зажал. Раз. Так, что там дальше? Дальше камеру. Так вот берем, просто всовываем ее туда, в нишу, и так же само шлейф ставим на место. Раз, шип она там застегнута. Все застегнулось, все нормально. Проверяем, все застегнуто, все шлейфа на месте. Как бы все. Что такое спрей с сигарантой?